Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Рашевська. Як Ветхий Завіт поєднується з новим, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І порадіємо празднику праздників і торжеству торжеств. Наша церква більше 2000 років особо празднує цей праздник, тому що ми знаємо, що корні цього праздника, вони дають нам можливість вспоминати Біблію і книгу «Ісход», від якого часу почав праздновувати єврейський народ праздник Пасхи. Господь вот зайшов на Голгофу, Він являється для нас іменно вже новозаветним агнцем, який прийшов, щоб пострадати за род человеческий. Ми знаємо, що апостол Павел говорить такі слова: «Якщо б Господь не воскрес, то наші діла і наша віра була б тщетна», то есть напрасна. Ця традиція, вона у нас существует уже на протяжении многих веков, когда люди идут в храм Божий, они несут в первую очередь это яичко, чтобы освятить. Христос воскрес! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! И до цієї великої події запрошуються усі. И вы теж, наши добрі друзі. Праздник праздников и торжество торжеств. Милостью Божией дожили мы с вами, дорогие мои друзья, до светлого Христового воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе! В этот светлый воскресный день невозможно просто усидеть дома, потому что все ходят друг к другу в гости. И мы тоже приглашаем вас в гости к православному священнику, протоиерею Василию Тимчуку, вместе похристосоваться, порадоваться светлому Христовому воскресению и послушать глаголы вечной жизни. Пойдемте, телезрители, пойдемте с нами. И вот, друзья мои, мы уже в светлой горнице, где нас ждет батюшка. Здравствуйте, отец Василий, Христос воскресе! Воистину воскресе! Благословите, батюшка! Бог благословить! Отец Василий, есть такой хороший обычай в православии дарить друг другу крашеные яички, телезрители. Смотрите, давайте батюшке подарим. Отец Василий, спасибо, Господи. С праздником вас! И поздравляем! Ну, Пасхи Господней! Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, отец Василий. Телезрители, располагайтесь, будем чай пить, будем слово молвить и будем радоваться, да, отец Василий? Да. Потому что воскресение Христово – это в первую очередь это радость. Действительно, это радость, потому что это праздник из праздник, торжество из торжеств. Эти дни, они особые для каждого христианина, потому что каждый христианин, он ждет, он подготовляется к этому празднику из года в год. И уже наша церковь более 2000 лет особо празднует этот праздник, потому что мы знаем, что корни этого праздника, они еще нас дают нам возможность вспоминать Библию и книгу «Исход», от именно от какого времени начал праздновать этот праздник еврейский народ, праздник Пасхи. То есть Пасха, именно воскресение Христово, тот праздник, который мы празднуем сейчас, он праздновался еще давно-давно-давно, еще до даже воскресения Христова, сам праздник Пасхи. Да, до Рождества Христова, еще когда мы знаем из книги «Исход», когда еврейский народ, он был в плену в Египте, и именно пророк Моисей, когда по повелению Божию он пришел к фараону и спрашивал, чтобы он отпустил еврейский народ, то фараон не хотел пускать, потому что для него было это выгодно, что была рабочая, дешевая рабочая сила. Сила была, и они как рабы были, все исполняли, что нужно, строили города в свое время, то есть они работали на фараона. Но еврейский народ начал очень умножаться, и мы даже знаем, когда мы читаем эту книгу «Исход», то народ умножался до того, что даже фараон дал приказ, чтобы вот именно когда родился мальчик у евреев, чтобы его еще при рождении его убивали. Вот, ну, Божья воля была по-другому расположена, и Господь смилостився над своим народом, и Он посылает пророка Моисея для того, чтобы освободить еврейский народ от египетского такого плена. И когда мы знаем, что евреи, когда было 10 казней, когда Господь показывал чудеса через пророка Моисея для того, чтобы фараон все-таки он смог отпустить с миром людей, то он сначала не отпускал, но когда уже 10-я казнь, мы знаем, когда было повелено
вот именно сказано через Моисея для всех евреев, чтобы они закололи ягня и кушали его, и кровью этого ягняти помазали костяки своих дверей, потому что послет ангела Господь, и будут истреблены все младенцы, первенцы, вот именно египетские, все младенцы мужского пола. И а где будут эти костяки, то там не будет ангел истребляй, потому что будет знак, что здесь находится избранный народ. И именно оно так было, когда все было исполнено, то мы знаем, что в ночь, когда действительно ангел Господень, он и шел, и истреблял всех египетских младенцев, то он минал эти дома, где были они назначены кровью ягнят, которые закололи евреи накануне. И этот фараон, он очень опечалился, он был встревожен, и даже в ту самую ночь он дал указание, что отпускает народ. И народ, он поспешно был, вот именно собирался, он именно брал плесный хлеб, который был, находился у них с собой, не было возможности собираться, и они поспешно уходили из Египта. Мы знаем потом, когда тоже озлобился фараон, он начал догонять, но по велению Божьему тоже было чудо, когда Моисей море, оно расступилось, и именно еврейский народ прошевший, а все воины, которые фараон, эти все слуги, когда догоняли, то они были потоплены в этом море, потому что оно назад встало на свое место. Вот именно еврейский народ с этого времени, это было 14 число месяца Нисана, он праздновали, потом выход это, вспоминали это событие от выхода, и именно это было, как будто уже с этого времени праздновалась Пасха, то есть этот праздник. Еврейский народ, он очень почитал, и даже до Рождества Иисуса Христа он собирались, они знали, что они во время Пасхи, этого месяца Нисана, они когда наступал этот день Пасхи ихней, то они и шли в Иерусалим, там целую неделю они праздновали, они находились, они тоже, была традиция, что и она есть, что заколали тоже ягня, чи младенца козлятко, и они тоже запекали по специальному тоже Моисеевому указанию, как обряду, это все они кушали они травы, так мы знаем эти горькие травы, которые они накануне, когда выходили из Египта, они тоже кушали, вот именно вспоминали, это дает возможность вспоминать им, чтобы они не забывали о том, что они находились в плену. И именно кушали они плесный хлеб, вот как у них называют маца, это потому, что они не имели возможности заквасить хлеб, чтобы заранее подготовиться к этому, они брали, что у них было, и они брали так дорогу. И это, именно они праздновали этот праздник уже с этого месяца Нисана. Именно день в день сначала, а потом, когда уже Господь наш Иисус Христос был рожден, и когда Он уже вступил на проповедь, и когда Он именно пострадал, и Он был распятый в Страстную Пятницу, и воскрес в воскресенье, то мы знаем, что есть уже и другие моменты, когда празднуют праздник Пасхи. Именно для нас, православных христиан, вот именно этот момент стает именно таким уже самостоятельным для нашего взора, потому что мы подготовляемся к празднику Пасхи, у нас есть 40-дневный пост, страстная особая седмица, когда вспоминается именно распятие, предательство Иисуса Христа, распятие Его, и также Его третий день воскресения, это был воскресный день. И мы празднуем именно... Воскресный день, то есть сегодня, да? Да, сегодняшний день Пасхи, когда вот именно мы начинаем праздновать. Это воскресенье. В древности, в первые века, они праздновали сначала Христовы, знаем, распятие был день, это пятница, когда особо православные праздновали, а уже воскресенье, через день они праздновали именно воскресенье самого Христова. И это... Подождите, отец Василий, извините, праздновали распятие Христа или они просто скорбели о распятии Христа? Как? Или праздновали? Ну, они уже отмечали, что это приходили особые дни, то есть сначала у них был, действительно это был как скорбный день, но тем самым они уже знали, что
через день уже будет от воскресенья Господня, и они уже особо чтили именно день распятия, потому что мы знаем, что Господь вот зашел на Голгофу, Он именно является для нас именно уже новозаветным агнцем, который пришел, чтобы пострадать за род человеческий, чтобы избавить род человеческий от греха. Именно ветхозаветный агнец был это освобождение от рабства, вот именно вспоминание египетского, а новозаветный сам является Иисус Христос этим агнцем, который он был распятый на Голгофе за род человеческий. И люди уже особенно именно с этого дня они ждали этого дня, они тоже почитали, и как будто, и мы знаем, что праздновали, потому что мы веруем именно что о том, что Господь воскрес, и тем самым дает нам возможность, чтобы жизнь человеческая не заканчивается именно смертью, а она переходит в жизнь уже вечную, когда Бога нет, мы знаем, что мертвые, Господа все живые, Он своим примером именно показывает о том чуде воскресения, как оно все будет, и для чего живет каждый из нас человек. И именно сегодняшний день Пасхи Христовой мы празднуем именно воскресение, установлено на Первом Вселенском Соборе, Никейском Соборе в 325 году, именно праздновать праздник первое от воскресения после весеннего равностояния, именно после 14-го дня Нисана, мы знаем, что именно особо у нас православных празднуется именно после еврейской Пасхи нашей, именно после 14 дня Нисана, уже в пятницу мы отмечаем страдания Христовы, распятие Его, смерть и воскресение первое, после этого Христово воскресение. Отец Василий, а можно сказать, что Светлое Христово воскресение – это начало новой жизни для каждого человека, и каждый раз, встречая Светлое Христово воскресение, ты как бы заново начинаешь жить, можно так сказать? Ну, действительно, мы ждем особо этого дня, потому что мы знаем, что именно сам Господь показывает именно пример нашей радости тем самым, что Он воскреснул. Он потом, после своего воскресения, Он, когда обращался, Он являлся и апостолом, и женам, мироносицам, и другим людям Он всегда говорил, что радуйтесь, радуйтесь. Потому, почему? Потому что Он своим примером показывает, что действительно для нас оно является жизнью, когда человек дальше радуется, когда он живет, и когда он за свою жизнь, он после смерти, мы знаем, и до сегодняшнего времени люди тоже и умирают, все, но для этого, до этого момента было как будто, что смертью все заканчивается, жизнь человека, а сам Господь показывает, что нет. После смерти еще будет воскресение и будет жизнь вечная. И когда люди все радуются, они понимают, что они живут не только этой временной земной жизнью, но они живут для будущей жизни. И особо они встречаются, они празднуют этот праздник самого воскресения Христова, потому что сам Господь, Он воскрес, Он даровал нам жизнь вечную. Именно праздник Пасхи, мы знаем, что он празднуется и читается огласительное слово Иоанна Златоуста, где говорятся такие радостные слова: «Ад, где твое жало, где твоя смерть, победа?» То есть Христос воскрес, и на этом все сказано. И все радуются, потому что Христос воскрес, Он воистину воскрес. Он воскрес для того, чтобы и все мы воскресли, и для нашей, как и телесной жизни земной, чтобы мы всегда радовались о том, что мы веруем. Для нас есть основоположником именно всего учения того, потому что для нас было все остальное было бы напрасно. Если бы сам Господь не пострадал, Он не явился этим агнцем, и Он не был воскреснул, то, как говорит именно Иоанн Богослов, что для нас вся наша вера и наша жизнь, и наше все было ничто. Все. А именно мы знаем, что апостол Павел говорит такие слова: «Если бы Господь не воскрес, то наши дела и наша вера была бы тщетна», то есть напрасна. Мы бы не понимали его, этого праздника в сущности, как он есть в полном для нас смысле. И потому что мы именно радуемся, мы встречаемся, мы лобезаем друг друга, мы говорим радостные в эти дни слова: «Христос воскресе, воистину воскресе». Мы на протяжении
После Пасхи Христовой 40 дней проходит, когда, как и земная жизнь Иисуса Христа после воскресения, Он находился еще на земле 40 дней. Он тоже научал, наставлял тем самым и апостолов, и проповедовал, и множество тоже еще показывало своих чудес. И мы знаем, что и наши сегодняшние традиции, люди, они празднуют до отдания Пасхи, они встречаются, приходят в гости, они дарят и подарки, и друг другу они обращаются в себя до с этими радостными словами «Христос воскресе», тем самым они показывают свою веру в Господа воскресшего и радуются, и как и телесно мы знаем, потому что до этого был пост, а зараз уже… Кстати, 40 дней, отец Василий, вот интересно, 40 дней Великого Поста плюс Страстная Седмица, а потом еще 40 дней радостных дней, когда празднуют, приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». Вот именно эта цифра 40. Она... Ну, она символизирует то евангельское событие, когда Господь, Он был именно 40 дней в пустыне, молился, Он постился, когда Он взалкал, мы знаем, когда вот именно сатана искушал Его, мы знаем, что был сам Господь, как Бог-человек, Он держал тоже 40-дневный пост, Он молился в это время, сугубо убо пребывал в... И мы знаем, после воскресения своей радости он тоже 40 дней еще пребывал. И для нас это дается и именно возможность, именно и 40 дней подготовиться к этому празднику Пасхи Христовой, как и Господь, мы держим пост, мы молимся, мы каемся, мы трудимся над собой, над своими вот силами, возможностями, и как и духовными, так и телесными. И так само и после Пасхи Христовой мы и радуемся, и тем самым мы дарим радость и окружающим своим, потому что в эти дни мы вспоминаем именно, для чего Господь пришел в мир, для чего Он пострадал и за кого Он пострадал, за всех нас, людей грешных, и тем самым Он показывает нам о том, что мы живем для будущей жизни, и это наша есть цель. Но нужно пройти поприще земной нашей жизни, где мы и бываем, где-то мы спотыкаемся, где-то мы что-то делаем неправильно, но потом нам совесть подсказывает, и мы должны спешить именно исправляться, чтобы не утратить эту радость, которую Господь возвещает. И вот замечательно, есть традиция накануне Светлого Христова Воскресения красить яйца и дарить друг другу яйца эти крашеные, и разговляться яйцами. Почему? Откуда это появилось? Ну, это уже традиция, она имеет свои тоже с первых веков, потому что мы знаем, что именно для чего вот именно вы пришли к нам, чтобы вот дарить яичко, и люди идут в храм, они освящают это уже куличи, и также пасочки печут, яйца крашут в разные цветы, расписывают их всех, и именно символизируется это, что в красный цвет именно яичко красят, потому что мы знаем, что красный цвет, он означает именно кровь Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания. И другая есть версия, когда уже по преданию именно Мария Магдалина, она пошла в Рим с проповедью своей о Христе воскресшем. Когда она подошла к императору Тиберию, то она подарила ему простое яичко. И она говорит, что Христос воскрес. Вот как за это яичко вот, появляется на свет цыплятко, так и самый вот, Христос воскрес. Он был мертвый, он воскрес. А император, он говорит, как это может мертвый воскреснуть. Это то самое же, как бы вы сказали, что это яйцо, вот, оно просто может стать красным. И в его руках это яйцо преобразуется уже в красный цвет, и он сам увидел это сон. Это для нас есть действительно чудо о том, что она говорит, что видишь, вот Господь воскрес. И тогда все ответили, воистину воскрес, потому что для них это было все чудо. И для нас эта традиция, она у нас существует уже на протяжении многих веков, когда люди идут в храм Божий, они несут в первую очередь это яичко, чтобы освятить пасочку, куличи и другие приношения, которые они потом разговляются. Но самое первое, когда они приходят домой, то именно они берут это священное яичко. Они сначала его кушают с молитвочкой, а потом уже другие свои праздничные всякие угощения, которые они уже готовят, вот к этому празднику подготовляются. И печут Пасхи, разные дары, и мы знаем,
протяжении целой Светлой Седмицы они ходят в гости, потому что Светлая Седмица, она отменяется, тогда уже тоже нет поста, ни в среду, ни в пятницу, люди ходят в гости друг другу, дарят подарки, дарят яичко, есть такая традиция, что берут яичко и цокаются, то есть узкой частью друг друга стукают, тем самым возглашают всегда слова «Христос воскресе, воистину воскресе». И... Давайте тогда тоже... А у нас ваше яичко. Христос воскресе. Воистину воскресе. Так что с Пасхой Христовой уже разрешается всякая пища, отменяется пост, люди кушают, и тем самым они прославляют воскресшего Христа. Благодарят за то, что Господь именно дает возможность, чтобы человек радовался, радовался земной жизни и о том, что он является христианином, что он живет во Христе и Христос живет в нем. Есть в воскресном тропаре такие замечательные слова: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живо даровав». То есть Христос победил смерть, Христос победил, и значит нет повода унывать. Действительно нету повода унывать, потому что Христос воскрес, и Он даровал именно нам жизнь, жизнь со Христом. И мы знаем, когда есть от изображения именно иконы Иисуса Христа, воскресшего, то есть и в первые века оно изображалось, как будто Господь находится в аду, и Он выводит праведных людей и наших праотцев, именно Адама и Еву, которые ждали от Господи, о этом Мессии, который должен прийти и освободить человека от греха. И есть другая икона, когда Господь в светлом одеянии, Он стоит на камени, и тем самым в таком ясном сиянии Он возвещает людям о воскресении своим. Он претерпел смерть, а потом воскрес. Смертью смерть поправил, слушая во гробе живот даровал. То есть для каждого человека понятие смерти православного, оно для нас есть как понятие состояния души человека. То есть ад и рай – это и есть наше внутреннее состояние. Если мы живем по заповеди Божьих, для нас оно и как внутренний мир наш светлый есть, и наша жизнь есть светла. Когда мы живем во грехе, то наше состояние, оно темно есть, как нету нашего никакого просвета, и именно наше состояние есть как будто мы в аду находимся, и даже за своей земной жизнью. И потому что тропар именно Пасхи, он поется именно такие радостные слова, что «Христос воскрес из смерти, смертью смерть поправ, и слушай в гробе живо дорога». То есть те люди, которые уже отошли от этой земной жизни, Господь все равно дарует им возможность, чтобы вот именно в первые времена, когда Господь воскрес, мы знаем, что именно люди праведные, которые находились в это время еще до воскресения Иисуса Христа, не было понятия рая и ада. То есть люди все находились в этом как в состоянии такой неопределенности, то есть не было светлого, что для чего цель жизни. А когда Господь воскрес, Он показал, что есть жизнь вечная. То есть они снова приобретают утраченный рай, который был утрачен от первых праотцев Адама и Евы. То есть сегодня празднуют воскресение Христово не только живущие здесь на земле, но празднуют и те, которые отошли в вечность. Действительно, они все радуются, и всякая тварь воспевает в сегодняшний день, и радуются и живые, и радуются и мертвые, потому что для них тоже это момент, когда именно Господь дает возможность человеку за свою прожитую жизнь, если он жил правильно, в русле заповеди Божьей и чисто человеческой нормальной жизни, то он тем самым, и он тоже там, и душа радуется этого человека, что Господь воскрес. И мы здесь на земле, мы молимся за всех, чтобы Господь именно помогал слугу Богу. И мы знаем, что в церкви до Радоницы люди, они молятся только молитвой домашней, келейной, а уже на Радоницу они идут, чтобы посетить из всяких умерших своих родных, близких, посетить кладбище, это места, где есть вечный покой, но есть где и жизнь вечная со Христом.
и тогда особо творится молитвочка. А так все радуются, потому что и радуется всякая тварь, словесная и бессловесная, о воскресении Господнем. Хочется поздравить с праздником Пасхи Христовых. Пожелаю всем здоровья, мира, благополучия, от сил духовных, телесных для несения каждого из нас нашего земного Христа Господнего, и чтобы для нас этот праздник Светлой Пасхи Христовой действительно из года в год был радостным и долгожданным, чтобы мы подготовлялись, мы ставали из года в год лучшими, и чтобы мы были достойными сынами, дочерями Отца нашего Небесного, и чтобы мы за свою земную жизнь тоже приобретали жизнь вечную во Христе воскресшем. Потому что Господь говорит через апостола Павла, еще раз хочется сказать эти слова, что если бы Господь не воскрес, то наша была бы вера и наша жизнь, все было тщетно, напрасно. А так Господь воскрес, и для нас есть цель нашей земной жизни, чтобы мы за свою земную жизнь вот жили всегда со Христом воскресшим и радовались, за все благодарили и всегда от своего сердца, своих уст прославляли воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Всех с праздником! Христос воскресе! Воистину воскресе! Сьогодні, друзі, ми з вами раділи світлому Христовому Воскресінню разом з протоієрієм Василієм Тимчуком. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами, а пасхальна радість продовжується. Христос воскресе! Воістину воскресе!